В областном центре народного творчества работы Марины Осиной представлены впервые. Мастерица работает в школе учителем технологии, а свободное время посвящает творчеству. Первым ее увлечением стали декоративные лоскутные панно. Это и картины, и яркие орнаменты. Затем она начала создавать интерьерных кукол. За основу взяла куклу Тильду. А она как раз нашла вот такую лазеечку, она каждой этой кукле придумала свое дополнение. То есть, можно сказать, она в них душу вдохнула. Из бездушных тильд она сделала сов, она сделала гусей, и она в каждую из этих кукол вложила уже определенную черту характера. Среди работ Марины Осиной и конь в пальто с подругой, и кошка в одежке, и свадебные зайцы, и зайцы-футболисты, и многое другое. Есть и несколько классических тильд. Всего на экспозиции около 50 кукол и 20 интерьерных панно. Познакомиться с творчеством Марины Осиной владимирцы смогут до 4 мая.